Задержать распространителей наркотиков помог местный житель. Мужчина сообщил в дежурную часть УВД, что возле его дома мужчина и женщина прячут в кустах полимерные пакетики. На место сразу выехали сотрудники полиции и задержали парочку в момент совершения закладок. Установлено, что жители Пермского края приехали в город-курорт с целью распространения наркотических средств путем тайных закладок. В ходе обыска у них изъято более полукилограмма наркотиков различных видов. В ходе следствия установлена причастность задержанных в совершении аналогичного преступления на территории города. Хотелось бы поблагодарить отдельно, конечно, нашего участкового Роберта Кургиняна. Да, так как он, ну, и отреагировал быстро и занялся этим делом, он, ну, провел эту работу, я думаю, добросовестно, и человек понес наказание нормальное. Я думаю, другим это будет примером. В итоге 38-летняя женщина и 32-летний мужчина, приехавшие из Пермского края, по решению суда приговорены к лишению свободы сроком на 9 и 12 лет. Зона закладки.